Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня у нас 7 декабря 2023 года, на улице минус 10, солнечно. Моя банда, как всегда, со мной. А я продолжаю все потихонечку заполнять свои запасы на 2024 год посадочным материалом. Огурчики, помидорчики, ну и что-нибудь другое, что понравится. Купила вот такой сорт огурчиков «Алтайский пучок». Отдала я за него где-то 29 рублей. Это самые дешевые семена. Помидоры мои любимые. «Кураж», «Маша», «Наша Маша», «Герман». Не представляете, по 100 рублей. Я вообще в ужасе. Поэтому я решила, если не найду этих дешевых подешевле, я буду сажать дешевыми, пробовать другие сорта. Алтайский пучок. Пучковые я сажала. Огурчики. Ну, посмотрим алтайский пучок. Зеленая гирлянда. Он пучковой, скороспелый, для консервации и салатный. Смотрится на картинке красиво. А элита. Вот и Аэлита тоже, кураж мой дорогой, чего не ожидала. Но еще вся зима впереди. Еще посмотрим, может и найду. Ввести нужно его в один ствол. Видите, как показано. Все, никаких лишних боковых побегов не оставлять. Скороспелый очень вкусный. Гибрид для свежих салатов и засолки в пленочных теплицах позволяет собирать 17-20 килограмм с куста, я так поняла. Растение сильно рослое, средневетвистое. Завязи формируются в узлах по 5-8 штук в каждом. При хорошем уходе по 10 штук в одном узле. На 40-43 дает урожай. По-видимому, он дает такой обильный урожай и рекомендуется вести в одну плеть. Ну, я, как всегда, до потолка веду в одну плеть, а там даю свободное плавание, их пускаю. И у меня было в этом году огурцов ужас. Я чуть не плакала от этого громадного урожая. Мне просто некуда было их девать. Ну вот и все, мои дорогие друзья. Показала вот такой вам сорт огурчиков. Алтайский пучок. Конечно, все 10 кустов я в теплице сажать не буду. Кустика 2-3 я посажу. Ну и еще пару каких-нибудь сортов для теплицы возьму. Новеньких. Попробуем, что вырастет. На вид вроде бы красивые. Ну, а остальные будем для улицы. Кураж искать подешевле. Буду его выращивать на улице. Он прекрасно растет на улице. Так как и Герман, так как и Маша. А у теплички хочу попробовать другие сорта. Ну, вот и все, мои дорогие друзья. Вот у меня дополнительное освещение. А то у меня темница в комнате, очень темно. Заходите в гости, как всегда буду рада. До свидания, до новых встреч, пока!